Сегодня депутат Государственной Думы от Чувашии Алена Аршинова приехала в Чебоксары, чтобы встретиться со студентами Чувашского госуниверситета и побывать в детском саду номер 8. Куратор проекта «Детские сады детям» Алена Игоревна, как и многие ответственные лица Чувашии, в свое время немало поволновалась из-за этого садика. Садик на улице Строителей и еще один в Кугесях. Подрядчик сдал на год с лишним позже срока. Все это время на объекты выезжали руководители города и республики, увещевали, требовали, пытались искать компромиссы. В конце концов, малыши в микрорайоне улицы Гладкова справили новоселье. К счастью, с остальными объектами программы проблем не было. За последние 3 года в республике построено, реконструировано и приобретено 23 детских сада. Почти на 4000 мест. Кроме того, в прошлом году за счет эффективного использования помещений функционирующих детских садов садов и школ создано более 4500 дополнительных мест. Это, кстати, вывело Чувашию на лидерские позиции по выполнению программы «Детские сады детям». Министру образования республики даже вручили именную благодарность от председателя Госдумы Сергея Нарышкина. За активное участие в реализации программы модернизации системы дошкольного образования, поэтому у меня такая выпала честь вам передать эту благодарность. Проблемы все-таки остаются. На встрече с педагогическим коллективом говорили и о необходимости разработки новых образовательных программ, и о том, что медики выведены за штат, а это мешает общему делу, и о том, что зарплаты даже с учетом повышения неадекватны педагогическому труду. Алена Аршинова заметила, такие вопросы задают дошкольные работники всей России. А значит, перемены необходимы. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.